Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина ознакомилась с качеством реконструкции центрального стадиона Воденцова. После проведенных работ на объекте появилось хорошо освещенное искусственное футбольное поле с подогревом площадью более 8 тысяч квадратных метров и обновленная трибуна на 2500 зрителей, а также помещение для спортсменов. Весь ход реконструкции стадиона находился на партийном контроле в рамках проекта «Детский спорт».